Юрьев-Польский. Город Юрьев-Польский основал князь Юрий Долгорукий в 1152 году. И местоположение этого города было в полях. Отсюда и второе пояснение к имени князя, названию города Юрьев-Польский в полях, или иногда делают ударение Юрьев-Польской. В 1234 году в городе Юрьев-Польский возвели самую последнюю до татаро-монгольского нашествия белокаменную постройку, самый последний храм на Руси до татаро-монгольского нашествия. Это Георгиевский собор знаменитый. Знаменит он не только вот такой древностью, но и каменной резьбой с многочисленными фигурами. Город в начале XVII века был сожжен иностранными интервентами во время нашествия Польши и Литвы, а в XVIII веке он восстанавливался. Ну и различные исследователи и любопытствующие краеведы придают очень большое место географическому положению Юрьева-Польского не только на территории русской равнины, но и вообще во всей Северной Европе. Почитают, в частности, и место этого Георгиевского собора.